Сегодня мы представляем вашему вниманию матч двух сборных, которые умеют играть в красивый футбол. Что еще нужно для того, чтобы хорошо провести вечер? Действительно, еще надо, чтобы они показали матч, соответствующий своему статусу. Но тут, я уверен, проблем быть не должно. Все матчи между этими командами – шедевры. Сегодня сборная Бельгии играет против сборной Португалии. В таких случаях говорят, напряжение такое плотное, что его можно резать ножом. Этого матча ждали давно, и от его исхода зависит очень многое. Ну, мне нечего добавить, все верно. Осталось подождать еще чуть-чуть, затаить дыхание и наслаждаться игрой. Сборная Бельгии играет сегодня в следующем составе. Четверка полузащитников создает необходимую ширину. А у трио в обороне задача, конечно, держать центр. В финале Кубка Английской лиги 2005 года был зафиксирован рекорд шума на стадионе. После гола игрока Ливерпуля Риса в ворота лондонского Челси мерсисайдские болельщики произвели вопль мощностью 130,7 дБ. Да, и достижение было занесено в книгу рекордов Гиннесса. Предыдущий рекорд составлял 128,74 дБ и был установлен в 2000 году на матче американского клуба «Денвер Бронкос». Свисток, и матч начался. Лукаку. Эден Азар. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Яник Караско. Важно сделать навес. А вот давайте посмотрим. Это Назар и его визави Криштиану Роналду. Что они нам сегодня покажут? Азар очень хорош, он в командной игре. Идеальный диспетчер, который за 2-3 передачи может довести момент до голевого. Что касается Роналду, здорово играет головой. И не каждый защитник может с ним соперничать в этом деле. В общем, я жду сегодня очень яркой игры. Есть адрес у этой передачи. Передача. Где-то там есть Криштиан. Ян Фертонген. Тоби Алдервейрельд. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Санчес. Жоао Марио. Варежа. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Долго возились с мячом, соперник уже успел все свободные зоны перекрыть. И великолепно Азар продолжает эту атаку. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Гонсало Гедеш. Санчес. Роналду. Варежа. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Как мы видим на повторе, офсайд действительно был. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Перейра. Португалия идет вперед флангом, и там есть свободная зона. Будет навес! Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Санчес. Удар!
Целил в угловой флаг, похоже, но и в него не попал. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Жоао Марио. Криштиану Роналду. Роналду. Шикарный пас. Хотел сделать футболист рывок, но поторопился. Офсайд. Эден Азар. Эден Азар – один из самых резких и техничных игроков планеты. Оставить с носом пару-тройку защитников для него не составляет труда. И что очень важно, Азар не полотер. В дриблинг он идет очень избирательно. Не зрителям на потеху, а ради результата. Куарешма. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Роналду. Навешивать надо. И буквально подарил мяч сопернику. Фертонген. Яник Феррейра Карраско. Лукаку. Эден Азар. Вряд ли в мире кто-то прогрессирует так быстро, как Эден Азар. Уже несколько лет подряд он обязательно получает какой-нибудь личный приз, где бы ни играл. Тоби Алдервейрл. Де Брюйне. Аксель Вицель. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли. Хороший пас на ход. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. У нас счет равный. Посмотрим, останется ли он таким же после розыгрыша вот этого углового. Центр штрафной, подан мяч с углового. И выносится мяч из штрафной. 0-0 счет после первого тайма в товарищеской встрече этих сборных. И счет, к сожалению, вполне по игре. Хотелось бы большего. Согласен, Константин? Да, Георгий, абсолютно по игре. Команды осторожничают, несмотря на дружеский статус матча. Никому, конечно, не хочется подвести свою страну. Свисток, и матч начался. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Саншеш. Удар! Целил в угловой флаг, похоже, но и в него не попал. Неплохо атака развивалась, но хороший пас на ход. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Итак, второй тайм начинается. Португалия в центре поля. Криштиану Роналду. Куарешма. Потери и у соперников. Де Брюйне. Азар. И великолепно Азар продолжает эту атаку. Бельгия будет подавать угловой. Очень хорошо сейчас слышно болельщиков. Они рады хотя бы тому, что команда заработала угловой. С углового подает Де Брюйне. Выбит мяч из штрафной. Как же здорово он играет в пас.
Перейра. Бернардо Сильва. Константин, ну вот как... Пас на ход, может быть, интересно. Ну и где же навес? Надежно и спокойно. Мяч выбит, атаку надо начинать заново. У Португалии замена. Бернардо. Перейра. Бельгийцы мяч будут бросать из аут. Вицель. Фертонген. Насер Шадли. Не сумел сделать точный пас Азар. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Но решай же! Хорошо справился с этим ударом Тибо Куртуа. Надежный вратарь, и такие мячи ему нипочем. Тренер домашней команды сейчас произведет замену. Игрок уже хорошенько размялся и готов выйти на поле. Кевин Де Брюйне. Жуан Канцело. Роналду. Красиво сыграно, но неэффективно. Азар. Азар! Все правильно, выбит мяч из штрафной. Жоао Марио. Жуан Канцело. Куарежма. Может получиться интересная атака. Португалия идет вперед флангом, и там есть свободная зона. Подавай! Очень надежно в защите сыграно. Насер Шадли. Эден Азар. Опасно! Браво! Вратарь! Браво! Одновременно выходят на поле два новых футболиста, по одному в каждой команде. Навешивает с углового Де Брюйне. А как насчет навеса здесь? Кевин Де Брюйне, в его сторону идет пас. Угловой будет, выполнит сборная Бельгии. Замена в сборной Бельгии. С углового подает Де Брюйне. Мяч достается вратарю. Кевин Де Брюйне. Нужно выходить вперед! Бей! Вратарь спасает своих. Мяч в его руках. Пошли последние 10 минут игры. Вильям Карвалью. Гонсало Гедеш. Португалия идет вперед флангом, и там есть свободная зона. И Криштиану бьет! Да, вот такого от него никто не ожидал. Да, досаднейший промах, а момент-то был железобетонный. Замена у Португалии. Пять минут всего осталось. Счет равный. Ну что, рискнет кто-нибудь? Отличный перехват в исполнении Криштиану Роналду. Андре Гомес. Канцелу. Нани. Жуан Канцелу. Подавай! На этот раз взломать оборону не получилось. Мяч выбит. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты.
Есть игрок впереди. Пройдет передача. Азар. Ромелу Лукаку. Простреливает. Вратарь намертво забирает мяч. По итогам 90 минут выявить победителя не получилось. Свисток, и матч начался. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Саншеш. Удар! Целил в угловой флаг, похоже, но и в него не попал. Неплохо атака развивалась. Но... Хороший пас на ход. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Эден Азар. Опасно! Браво! Вратарь! Браво! Португалия идет вперед флангом, и там есть свободная зона. И Криштиану бьет! Да, вот такого от него никто не ожидал. Да, досаднейший просто.